Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию новинку 2019 года, новинка осени. Копия на Re-Range 110 SP от фирмы Birking. Как видите, очень интересные воблеры. Интересная, хорошая расцветка у данных воблеров. И выбор расцветки довольно большой и широкий. Надеюсь, каждый найдет свой любимый цвет. Очень качественно сделаны воблеры. Очень качественная покраска, лакировка. Такая вот голограмма, очень ярко выраженная. Хорошо сделаны швы, проклеены петли. Посмотрим вот расцветочку, битое стекло. Очень хорошо переливается. Спинка такая, сотами сделана. На всех воблерах надпись. Такая вот кислотная матовая расцветочка. И вот довольно интересная расцветка. Такой цвет как бы хамелеон. Под разным углом. Какая интересная игра цвета идет. В этом воблере очень хорошо видно внутренности. Система дальнего заброса магнитная. Шарики. Воблер не сильно шумовой. Система дальнего заброса довольно неплохая. Тройнички зацепистые. Ну, в принципе, у фирмы Birking у меня к тройникам вообще нет никаких претензий. Рыбу секут хорошо. Сейчас взвесим воблеры и померяем их размеры. Шестнадцать ноль восемь. Шестнадцать ноль один. Шестнадцать ноль семь. Шестнадцать ноль два. Видите, все воблеры весят практически одинаково, если не придираться к сотам. От начала лопатки до конца петельки размер воблера 12 сантиметров и 2 миллиметра. Но если померить тело воблера, ровно 11 сантиметров. Сейчас посмотрим, как они плавают.
воблеры плавающие, довольно медленно всплывают. Я думаю, с поводочком будут хорошие суспендеры. Или будут всплывать очень-очень медленно. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Кому интересны воблеры фирмы Беркинг, заходите в описание под видео. Там будут ссылочки на воблеры, которые ловят.